Всем привет, с вами Артур, и, наверное, это финальная, заключительная часть первой части Ratchet & Clank. Приступаем к последней планете. Не знаю, насколько она, опять же, большая, но посмотрим. Босс, во всяком случае, не такой уж и быстрый. То есть у него там, по-моему, пара стадий. Сначала таким он будет, потом трансформируется. А планета, возможно, такая же, как в начале игры. То есть примерно такого же, возможно, чуть больше. I got some great bargains for you today. А что-нибудь новенькое есть? Нету, но можно купить тогда все. Мне оно не нужно, но на Рина мне все равно не хватит, так что поехали. Мне, наверное, на все и так не хватит. That's a real beauty. Ну, еще 5000 надо. Ну, 2,5. Он теперь будет постоянно это делать? Хорошо, что нет. Эти штучки хорошие. Бежишь, они вокруг тебя всех бомбят. Я так ничего особого и не припомню. Ну, огнемет вы представляете, вы даже видели у тех роботов. Перчатка, которой бить, тоже видели у роботов. Ой-ой-ой. Достало. Дерьмо. Я надеюсь, эти ракеты посильнее лупят. Да, они очень мощные. Ах, уворачиваетесь, ну ладно.
Так, как... Ага. Один, два, три, четыре. А сколько у нас? Один, два, три, четыре, Ну, не настолько он, конечно, такой же уровень, как в начале, но... Просто у нас есть определенные гаджеты, которые нам и предлагают использовать, чтобы добраться до конца. Все равно ачивку не дадут, потому что у меня Рина нету. Тут должна быть какая-нибудь штучка, вы собрали все оружие. Но. Естественно, эту воду еще где-то тут сливать надо, поэтому я ее не убираю. А, нет, придется убрать. Отлично. Блин, патронов не купил. Ракетница. Там еще солдаты. Хоть бы выпали ракеты. О, отлично. Так, ну хорошо. Теперь главное не сфейлиться тут. Не улетай, не улетай. Поздно. Thank you.
Ну и одна ракета. Посмотрим, смогу ли я ею попасть. Не очень. Ну, мне не жалко. Фейлова. Ну, хоть в этого, ну, в какого-нибудь. Есть. Есть. Болтов у меня немного, даже на ракеты в магазине не хватит, так что придется ходить так. Как тут у них весело.
Но я думаю, уже конец близок. Блин. Конец близок, но мне предлагают поползать, не спеша, и пособирать болты. Ой, ракет совсем нету, печально. Оу. Еще хуже. Интересная яма. Ну, уже 17-18 минут прохожу этот уровень. Замечательное место, как по мне. Врагов вообще нету, да? Мы с худшими, наверное, разобрались. Там хорошо, пусть развлекаются. Так, вот и вода. Как-то все нехорошо складывается. А с другой стороны... Ну что, летающие? Можно было и так сюда прийти. Но я не знал, я забыл. Я знал, что тут он в последнем уровне тоже большим становится, но... В какой момент, фиг знает. Hey, what the... Imbeciles! After all the trouble you've gone through, you're about to die right where you started. It's so poetic. This is it, Clank. Let's get him. Yeah.
Замечательный бой, да? Too bad you chose the wrong side. Да, что-то у меня такая вот проблема с патроном. Хотя я их могу же покупать в любом месте, но я их сейчас тут накуплю. Кстати, если бы у меня был бы Рина, бой был бы вообще простейшим, но Рина у меня нету, и это будет непросто отчасти. Не помню совершенно, будут ли там аптечки еще. Так что как-то так. Придется купить патронов, надеюсь, мне хватит болтов. О, как хорошо, да? Когда нужно во время движения выбирать какой-то предмет. Ну, ничего сложного пока я в нем не вижу в целом. Бегаете, прячетесь от его выстрела, стреляете по нему. Ау, говно. И если вы проигрываете, угадайте что, вы начинаете сначала, все сначала. Так что я очень не хочу проигрывать, особенно в конце, в самом. А вот, кстати, и последняя платформа, так что, может быть, получится и так победить, а может, и получится. So it has come to this. Once I step on this ignition switch, a countdown will commence. The end of which signals the destruction of your pitiful world. There must be another way to make a home for your people. You think that's what this is about? Who do you think polluted our last world? I did. This is about one thing and one thing only. Cash! And lots of it. You see, I've been paid for every square inch of my new world. Once the inhabitants move in, I will begin polluting this world as well. Then the whole thing starts all over again. Brilliant. Why, you evil little... Save it, Clank. We have to stop that timer. Power slam that button to terminate the countdown.
To power slam, jump and press the R1 button. Надо взять. Я, в общем-то, хочу слезть, но я не могу слезть. А мне кнопку, видимо, жать надо. Не знаю, как в этом безумии выжить. У нас проблема. Так. Интересно, как он работает. Он не работает замечательно. Ох, что же мне делать? Чем мне убивать его? Все, попали мы. Нету никаких идей, у него половина еще здоровья. Не, ну это серьезно, что у меня нету этого гаджета, которым покупать можно все. Как же все сложно. Лаги! О боже мой. О боже мой. Я ж проиграю, это будет так печально.
Что это за говно еще? Ну, в общем, вы поняли, да, что все тут непросто. I got some great bargains for you today. Oh, that's a nice one. Фух, ну что, опять погнали. Патронов тут как-то нету. Ну, надеюсь, в этот раз получится все. Первый раз обычно всегда сложно. Без Рина-то тем более. Ой, я, кстати, тут закуплюсь патронами, когда он сейчас уйдет. И все будет замечательно. Ну, сейчас-то это сработает. Не работает. Работает. Отлично. I got some great bargains for you today. That's a real beauty. Ну, на что хватило, как говорится. Кстати, это плохо. Вот в чем. Чем плохо покупать кучу оружия. Потом болтов ни на что нету. Но если это последний бой, так уж. А если не последний, то потом уже ни на что не останется. Не заметил.
Оу, как все плохо. Какого чё? Это что за говно? Несерьёзно. Говно-то какое, сейчас опять проиграю. Есть. Фух, ну минут 10 он длится, этот босс, и... Тут уж и явно было сложно. You know, this time I am thinking what you're thinking. Ну что, бомбанем? Где кнопочка? This can't be good. Phew, that was close. Clank, you can pull us up now. The servos in my arm appear to be broken. Broken? As in, fall to our deaths broken? Yes. That was close! Thanks! My arm appears to be badly damaged. Ah, you'll be all right. Hey, Tin Can! Where do you think you're going? We, still need to fix that arm. Ну и на этом все. Неплохая игра на самом деле. Местами сложная, местами чекпоинты очень плохо расставлены, но нормальная.
Ну что ж, не буду никак ее оценивать. Достаточно хорошая игра на PlayStation 2. Очень замечательный эксклюзив, как мне кажется, был. Ну и увидимся во второй части, в которой я совершенно не играл. Сразу же, я думаю, на следующий день пойдут части по второй. Так что увидимся, всем удачи и пока. Personal Hygienator. Hi, I'm Steve McQuark. And this little baby can take care of any grooming needs that are just too much trouble for you to handle yourself. Allow me to demonstrate. Yeah. Oh, mommy. Turn it off! Turn it off!